Негатива у меня практически нет, потому что я хожу по собственной стране жизни, а для меня это самый главный принцип. Есть работа, есть удовлетворение того, что ставил задачу, сделал, ставил задачу, сделал. Вот самое главное. А что может вас вывести сейчас? Ну и дурацкая зависть, физкультурия. Опоздание. Очень, да, я всегда стараюсь быть вовремя. Что вы делаете в этот момент, когда вы видите, что это опасно? Я тихо злюсь, но я всегда даю понять, что это. Как с людьми на работе, которые работают на меня самого. Вот, я пытаюсь выставить это как правило, что опоздание, оно допустимо, естественно, для любого и каждого, но просто нужно, чтобы человек предупреждал, чтобы я мог расписать свое время. Знаете, терпеть ненавижу этот момент, когда говорят, все, подъезжаю. Подъезжаю, это где? Это сколько? 5 минут, 10, 20, 30?